가볼게. 가볼게. 신나게 뿌룽 뿌룽. Привет! Чем заняты наши игрушки? Привет! Я еду на стройку! Давай посмотрим, что интересного на стройке у Тайо. Это мощный подъемный кран с длинной стрелой и ковшом. Хей, Маша, подними меня! Хорошо, опускаем ковш-манипулятор. Держись, Тайо! Поднимаем! Еду! Хе-хе-хей! Здорово! Ему понравилось. А это что такое? Похоже на ленту, которая должна поднимать предметы наверх. Давай подумаем, куда ее поставить. Я поняла. А вот это вот сюда. Вот. Эта лента может поднимать очень тяжелые вещи. Например, камни. Тайо, где у тебя камни? Ой, они так далеко, в горах. Можно привезти их оттуда на грузовике. Посмотрим, есть ли в гараже грузовик. Здесь такси. За зеленой дверцей полицейская машина. А за желтой, как ты думаешь? Эвакуатор. Грузовика нет. А я знаю, где его купить. В английском магазине. Я даже не знаю, как по-английски грузовик. Давай узнаем вместе. Тайо, запоминай с нами. Tractor. Truck. Road roller. Crane truck. Bulldozer.
excavator. Concrete mixer. Tractor. Truck. Crane truck. Road roller. Bulldozer. Excavator. Concrete mixer. All these machines help us at construction sites. Все эти машины помогают нам на стройке. Паю, ты запомнил, как будет грузовик? Truck! Правильно, грузовик по-английски будет truck. Можешь ехать в магазин и покупать его. Ха! Похоже, я в магазине. Hello! Здравствуйте! A truck, please! A truck? A truck! $100. Hey, store. Thank you. Goodbye. Хе-хе, теперь у меня есть грузовик. Спасибо. Интересно. У Таю получилось купить грузовик? Мы приехали! Молодец, Таю! Не просто купил грузовик. Это же самосвал! Смотри, кузов поднимается и опускается. Грузовик! Ты можешь ехать за камнями. Камни в кузов нужно загрузить. Это сделает экскаватор Капу. Кузов полный. Можно ехать на стройку. Давай посмотрим, как камни будут подниматься по ленте.
Эй, ловлю! Вот это да! А ты знаешь, что самого Тайо мы тоже можем поднять вверх по ленте? Давай уберем твой прицеп и переставим ленту. Готов, Тайо? Готов! Это было весело, правда? Ты тоже можешь поиграть в стройку со своими машинками или открыть английский магазин прямо у себя дома. До новых встреч! Пока!